20 минут обо всем, что имеет право называться красивым, в свежем выпуске программы Beauty Time на 31-м. Всем здравствуйте. Спонсор программы – профилактическая терапевтическая клиника «Формула». Идеальный предмет гардероба. Он стильный и актуальный, он носится долго и не теряет качества, а также комбинируется со многими другими предметами гардероба. За такую вещь не жалко и заплатить высокую цену. Несколько экспериментов на тему универсальных предметов гардероба в нашем репортаже. У среднестатистической деловой женщины, прямо скажем, немного возможностей переодеваться по несколько раз в день и постоянно ходить по магазинам за обновками. Именно поэтому так бывают ценны советы стилиста по поводу универсальных вещей, которые комбинируются друг с другом и с различными аксессуарами, а также могут переходить из сезона в сезон. Вот такой удлиненный жилет, must-have, сочетается хорошо с любыми вариантами. Мы вот его представили с романтичным платьем. Можно подчеркнуть талию широким синим поясом в цвет основной ткани платья. И также этот жилет будет применяться в гардеробе юбки, классические брюки, джинсы. За счет V-образного выреза зрительно вытягивается силуэт дамы. Он стройнит за счет темного цвета. И даже если вы хотите сегодня пойти в футболке и в джинсах, данный жилет придаст вашему образу собранности и элегантности. Еще одна универсальная идея – это трикотажное платье. Не надо придумывать, какой верх надеть к этому низу и наоборот. Модель колокол. Есть просто прямой классический силуэт. Разные выточки. Где-то выточка совсем отсутствует. Где-то есть вточной рукав. Где-то он просто приспущен. Либо цельнокроенный. И это все на разные особенности фигуры по-разному садится. Модель вот с цельнокроенным рукавом, диагональная полоска, которая встречается в центре, визуально стройнит фигуру дамы. Зрительно вытягивает силуэт. Очень мягкая фактура, приятная к телу. Тренд этого сезона – сочетание платья с брюками. Можно представить это платье с леггинсами серого, красного, либо черного цвета, если хочется вам добавить в свой образ немного дерзости. И вот это платье-футляр, которое повторяет формы женского тела. Оно приталенное, с вточным рукавом, фактура под гобелен или, можно сказать, имитация под кружево, тоже составит хорошую партию в вашем базовом гардеробе. К платью для усиления делового статуса идеален жакет, который, в свою очередь, удобен и в других вариациях. Можно сказать, что он универсальный базовый. Сейчас ткани из рогожки мега популярны, и их можно сочетать с классическими юбками и брюками. Удобная расцветка на каждый день. Ее можно комбинировать с любыми фактурами брюк, юбок, разной формы, разных силуэтов. Также и с джинсами. Классический жакет с приталенным силуэтом. На лацкане воротника сделана отделка из тесьмы. На поясе она продолжается, что позволяет зрительно удлинить силуэт. V-образный вырез то же самое выполняет, зрительно вытягивает шею, удлиняет силуэт. Комфортная ткань из вискозы позволяет телу дышать. Полиэстер добавлен для того, чтобы ткань не мялась. Это очень практично в нашей повседневной жизни. Такой жакет у нас сочетается практически со всем. Классические платья, юбки, брюки, джинсы. Что очень удобно сейчас. И еще один вариант жакета. Двубортная модель в мелкую клетку гленчик. Идеально в союзе с платьем из той же ткани и много с чем еще. Можно носить его, загнув рукав, приподняв. С джинсами будет более такой стильный образ, с кроссовками. С классическими вариантами юбок-брюк, офисный стиль, как всегда, нужен нам в деловой нашей повседневной жизни. Ну и еще поиграть с этим жакетом тоже можно, придумать к нему разные образы. Совсем не обязательно, чтобы вещь универсальная была скромной и лаконичной. Сложные оттенки и фактуры в современных образах также находят широкое применение. Блуза очень интересную фактуру имеет. На шифоновой ткани напыление фактурное в виде бархата. Ее хочется все время разглядывать, она такая драматическая, фантазийная, непонятно, что изображено, то ли ягоды, то ли цветы, можно вот оставить место для воображения.
Такая блуза впишется в гардероб легко и просто. Ее можно сочетать и с джинсами, и с классическими юбками, под любой жакет, джемпер, либо кардиган и верхнюю одежду. То есть она нейтральная, абсолютно не требует к себе никаких особых фактур и цветов. Также хочу показать платье, которое может тоже стать базовым в гардеробе. Интересный крой, сложный. Есть элемент запаха, имитация, присутствует карман. Рукав идет вточной, 3/4, очень удобный в повседневной жизни. Платье из сжатой ткани, его не нужно утюжить, это очень удобно. Идеальный гардероб – это когда в балансе тенденции и индивидуальность, эстетика и комфорт, цена и качество. Другими словами, когда всегда есть что надеть, чтобы выглядеть свежо и по-новому. Энса. Особенный стиль и безупречное качество. Свой уникальный образ собери на сайте ensastyle.ru. Вы женщина с формами и вам хочется одеваться стильно и модно, нравится себе и окружающим? Специально для вас имидж-клуб Светлана объявляет набор в проект «Модель X+». Подробности по телефону 263-57-37. Стильно и элегантно, строго и со вкусом, в тренде и с характером. Все это про одежду бренда Medi Art. Деловую капсулу и образ на выход мы подберем вам с удовольствием и профессионализмом. Medi Art – гарантия восторженных взглядов. Исключительно из твердых сортов пшеницы. Сохраняет форму идеальной. Макфа. Мой твердый выбор. Покупай полезные макароны. День рождения бутика 21 век и благотворительный вечер в поддержку животных открыли сезон осенних светских вечеринок. В числе приглашенных оказалась и съемочная группа Beauty Time. День рождения бутика 21 век VIP открыл сезон светских вечеринок этой осени. Гости приема с удовольствием позировали в нарядах из новых коллекций и делились своими осенними настроениями. Мы очень благодарны, что вы все к нам пришли. Мы очень благодарны семье Витков, что нас пригласили на это хорошее и интересное мероприятие. Мы очень рады вас видеть. Мы желаем вам всем добра, счастья, любви, тепла. Этой осени хочется теплоты, красоты, бархата, вельвета. Но лично мне хочется бархата, поэтому сегодня я, наверное, в этом прекрасном красивом платье. Хочется такого какого-то изыска, французского шика. Чего-то яркого, морского, свежего. Поэтому, согласно коллекции Balmain, которую мы сегодня показывали, она замечательная, красивая, золото и черное. А королевский синий и черный, хочется вот в этих тонах провести осень. Это же зависит от темперамента, то есть на самом деле каждая девушка индивидуально, да, то есть кому-то подходит что-то, вот кому-то подходит чистая талия, да, кто любит Dolce & Gabbana, это женственность, такая сексуальность, кто-то любит выдержанность или как комфорт, элегантность, это Brunello Cucinelli. То есть можно о каждом бренде говорить отдельно, и мне кажется, для каждого бренда на самом деле есть свой клиент. То есть даже так говорить, это плохо, это хорошо, я так не могу, потому что мы все очень разные, каждому идет что-то свое. Был год, когда я любила Филипп Лейн, сейчас я полюбила почему-то Ив Сен Лоран. То есть меняется мода, как-то меняются вкусы. Там кто-то любит Brunello Cucinelli. То есть когда-то я и Dolce & Gabbana любила, сейчас тоже немножечко от нее отхожу. То есть это все индивидуально. Кульминацией вечера стал показ новых коллекций. В числе знакомых челябинцам брендов особо хочется отметить премьеру сезона. Сейчас вы увидите очень много луков с новой коллекцией. Надеемся, что показ вам понравится.
нас в бутике, и поэтому мы хотели как раз к нашему новому дню рождения подготовить показ, где мы можем показать очень много луков с новой коллекцией бренда «Бальмонт». Это может быть как деловой стиль, так и вечерний стиль. Оно в себе сочетает очень многое в зависимости от каблука, там, от прически, от деталей, которые можно смиксовать. Поэтому оно такое очень многообразие создает в образах и вполне так для многих. Сегодня и бизнес-вумен, и творческих деятелей, но сегодня такое создало настроение, что можно приобрести для разных совершенно ситуаций в жизни. Мне он очень показался таким своим родным, по своему силуэту. Вообще, мне кажется, очень женский силуэт, когда мы видим, мы уже отвыкли носить высокие плечи, и это как-то нас возвышает, делает осанку более такой строгой, правильной, классической, открывается лицо, фигура женщины по-другому, силуэт. Мы видим талию, видим ноги. То есть это такой некий шик, сексуальность, сдержанность и какой-то, ну, можно сказать, высший пилотаж. Она такая более традиционная, она тоже интересная. Вот. Но она такая прям, знаете, классическая какая-то, красивая классическая коллекция. Важной составляющей этой роскошной вечеринки стала благотворительная кампания в поддержку животных. Публика восприняла эту идею с воодушевлением. Творить добро – это очень приятно, и мы тоже этим самоутверждаемся. Даже как в брендовой одежде нам приятно ходить, также и помогать нашим близким, друзьям, животным. Поэтому сегодня с удовольствием мы делаем большие пожертвования, с удовольствием от всей души, что Валентина купить, что нашему маленькому леопардику помочь. Мы все с удовольствием это делаем. Я считаю, что вообще добрые дела, конечно, не надо забывать, потому что наша жизнь складывается. И наше состояние душевное все-таки из таких поступков, из фактов. И вот маленькие какие-то животные, как сегодня мы видели, леопарда маленького, это то самое, что мы должны хранить, оберегать, не забывать о том самом, что мы люди, и красота спасет мир. Но красота человеческая, принцип, отношения, доброта, милосердие, нравственность, вот это спасет. А не люкс тяжелый и красивые украшения. Без этого они просто ничто. Вечер оказался приятным и интересным, роскошным и вместе с тем душевным. А значит, осень обязательно будет разнообразной и непременно стильной. Свадебная фотография сегодня не просто фиксирует момент бракосочетания. Сегодня фотографы снимают настоящие лавстори и стараются запечатлеть эмоции, которые происходят здесь и сейчас. На мастер-классе известного свадебного фотографа Максима Доброго побывала съемочная группа Beauty Time. Этот мастер-класс называется «Добрым» по нескольким причинам. Во-первых, его автор – добрый по характеру и по фамилии. А во-вторых, речь идет о свадебной фотографии, жанре исключительно приятном и позитивном. Да потому что таких МК вообще не существует, где человек пытается рассказать вообще все, что знает, абсолютно. То есть существует МК разных форматов. Есть формат «Добрый тича», «Добрый». Можно еще раз? Сейчас новый формат появился, это «Добрый тича». И это формат абсолютно двухдневный, полностью по 10 часов. И огромный-огромный блок. И вся цель именно этого мастер-класса – выдать полностью все. То есть цель была изначально создать побольше конкурентов, но не себе. То есть я, наоборот, решил создать такую тему, что кто-то должен появиться, что кто-то мотивирует и кто-то создает конкурентов всем, но не себе. То есть моя цель абсолютно вырастить таких людей. Вот этот мастер-класс уникален тем, что он нацелен именно на практику, показать вообще, как снимается репортаж, как работать с парами, то есть с разным темпераментом, спокойные какие-то, может быть, динамичные ребята, как работать на банкетной съемке, то есть сюжеты, композиция, как раскрепостить вообще модели, работа с эмоциями, как поймать именно живые кадры. Год назад была на мастер-классе другого спикера, и мне потом в комментарии в Инстаграм, когда я выложила фоточку, мне написали: «А вот сходи еще к Максу Доброго», и отметили его там упоминанием. И Макс Добрый мне такой смайлик присылает. Я такая: «Так, что за чувак? Надо к нему зайти посмотреть». Захожу, и мне понравились его работы, что они не похожи на тех спикеров, к которым я до этого ходила. Какие-то там неординарные фотографии, интересные идеи. В общем, поэтому стала следить за ним, год следила, и вот. За Максом я очень давно наблюдаю. Мне нравится стиль его съемки.
нравится то, как он подает свой материал. Ну и, в принципе, очень приятный человек. Захотелось познакомиться лично. Не секрет, что многие свадебные фотографы избегают съемки банкетной части. Спикер уверяет, что они это делают очень зря. Самые яркие живые фотографии получаются именно на этой части свадьбы. Нужно только знать пару секретов. Ну вот как вначале я боялась, что я не знаю зал, какой там будет потолок, потому что вначале я сталкивалась, что там потолок черный, глянцевый, и он поглощал вспышку, света не хватало, стоек у меня не было, и до сих пор нет. В общем, я не умела с этим справляться, либо, может быть, кто-то боится гостей, которые как-то неадекватно себя ведут, такое тоже бывало, ну, ничего, привыкаешь. Как правило, там нет света, все боятся, что со вспышками будет проблема. Вспышки – это не трудно, это весело, это легко, просто надо немножко так постоянно это делать, учиться, и тогда будет нормально. То есть через три года, вот со вспышками, и где-то вот за все это время столько шишек было набито, и научился уже снимать более-менее классно. Вот. А так это не трудно, то есть все просто боятся вспышек. С тех пор, как появилась традиция фотографировать день бракосочетания, жанр свадебной фотографии постоянно меняется. В наш век широких технических возможностей по-прежнему в цене живые эмоции, а акцент теперь делается не на количество, а на качество. Уникальное украшение только из натуральных камней. Регулярное обновление ассортимента. Ювелирный бутик «Частная коллекция». Нашим покупателям дарим сертификаты в ресторан, билеты в театры Челябинска и Екатеринбурга. Да, и обратите внимание на картины. Они тоже продаются. Одевайся свободно. Одевайся легко. Одевайся с удовольствием. Сеть салонов европейской одежды «Стрит Кутюр». У нас всегда новые коллекции. Ждем вас на Соне Кривой 30 и Пушкина 65. Профтерапевтическая клиника «Формула». Эндокринология, терапия, косметология, элементология, эстетическая медицина. На Кирова 159. Еще больше новостей о красивой жизни в наших социальных сетях. Подписывайтесь на страницу в Инстаграме, вступайте в группу ВКонтакте, а также подписывайтесь на YouTube-канал. А на этом выпуск завершен. До встречи. Наши стильные партнеры. Имидж-студия Елены Ивановой. Ателье «Модный дом Я».